Добрый день, меня зовут Кирилл Рыбасов, и это четвертый подкаст, посвященный смертельным ошибкам при страховании полиса КАСКО. Четвертая смертельная ошибка – это думать, что ваш автомобиль застрахован, даже когда у вас нет диагностической карты. На самом деле, как только у вас заканчивается срок действия диагностической карты, то согласно законодательству Российской Федерации, вы не можете эксплуатировать автомобиль. Да, наверное, вы знаете, что полиция больше не проверяет наличие диагностической карты. Но, скорее всего, не знаете, что это будет делать страховая компания. Страховая компания проверит наличие диагностической карты в момент подачи заявления о наступлении страхового случая. И какой вывод? Вывод в том, что страховая компания откажет вам возмещать убытки, если они произошли в момент эксплуатации автомобиля без диагностической карты. То есть четвертая смертельная ошибка – это думать, что для того, чтобы ваш автомобиль был застрахован по риску ущерб, достаточно иметь действующий полис КАСКО. Но это оказывается не так. И на этом все. Спасибо большое. Другие подкасты серии 7 смертельных ошибок при страховании КАСКО вы можете послушать на сайте multifinance.com/podcast, а также в приложении iTunes или подкаст от компании Apple. Все наши подкасты также доступны на сайте podfm.ru. С вами был Кирилл Рыбасов. Отличного дня. Страхуйте своего автомобиля правильно. До свидания.